Вот и закончилась лагерная смена под названием «Лидер, испытай себя». У ребят было достаточно времени, чтобы проявить свои лидерские качества, познакомиться с новыми людьми, набраться опыта и сил на новый учебный год. Одним из самых любимых мероприятий смены традиционно считается родительский день. Впечатление от смены, конечно, очень хорошие. Я даже не ожидала, что все будет настолько здорово. Как бы ехала с отдельными друзьями, думала, будем все время вместе ходить, но не ожидала, что найду так много новых, хороших очень друзей, которые в любую минуту могут, ну, прийти на помощь. Очень понравились мероприятия «Ночной сафари», там родительский день тоже был очень здоровский. Ребята подготовили концерт, на котором они показали, на что они способны. Ежегодное планирование прошло в форме конкурса «Я лидер». Юнзары предлагали интересные идеи, которые будут реализованы в следующем году. От каждой команды был лидер. И было три этапа, и в которых лидер должен был показать себя. И в конце выбирали, кто самый лучший лидер. Третья лидер команда предложила реальный проект мероприятия, который можно реализовать силами детей. На конкурсе «Я лидер» я посмотрел, я занял второе место, я увидел, что я тоже, в принципе, могу быть маленьким лидером. В рамках фестиваля «Пусть всегда будет солнце» прошел концерт. Лучшие номера можно будет посмотреть на финальном мероприятии фестиваля в сентябре. Перед членами жюри стояла непростая задача, так как ребята подготовили сильные и запоминающиеся выступления. Впервые в рамках слета прошла необычная дискуссия активистов молодежного движения «Лига молодых» с представителем агентства стратегических инициатив Матвеем Олещенковым. Они бурно обсуждали, каким должен быть настоящий лидер, рассуждали на тему будущего нашего города. Несмотря на то, что взгляды дискутирующих не всегда совпадали, эксперт остался доволен беседой и поделился впечатлениями с нашей съемочной группой. Эффект генерации активных детей, эффект поддержки детей на протяжении практически от рождения и до института, это мощная, совершенно прокачанная социальная система, которая есть в городе Заречном. Да. Здесь люди хотят очень многого. Вот это хорошо, это блеск в глазах, энергия на подъеме. Если на этих людях держится лагерь и на подобных им, и они стали большинство, ну, это отличный лагерь. На протяжении многих лет Лига молодых и Юнзары готовят себе преемников. Ребята, отдыхающие в лагере в последующие годы, с удовольствием едут работать в лидерскую смену. Я в первый раз работаю вожатой, и мне на самом деле этот опыт очень понравился. Дети попались мне прекрасные, я их очень полюбила и даже не ожидала, что так все хорошо пройдет. И смена была на самом деле яркая, запоминающаяся и самая для меня незабываемая, так скажем. Воспитатели, вожатые, это, конечно, незабываемые люди. Они всегда нас чему-то учат, всегда нас продвигают вперед. Вы это сможете, да, поддерживают. Просто замечательные люди. Последний день слета стал для многих ребят открытием. Они вспомнили легенду смены и наконец-то узнали, кто является представителем клана «Стражи ночи». У лидеров получилось построить лагерь и пройти через все испытания. Знания и мудрость помогали им в этом. Лидеры доказали, что заслужили право на этот лагерь. Ребята, сначала я хочу вам сказать всем огромное спасибо, потому что я считаю, что наш слет получился. Получился ярким, интересным, познавательным и очень-очень дружным. Вчера я прошла по всем огонькам прощальным, видела ваши слезы, видела, как вы не хотите расставаться. И слышала от вас, что все вы хотите поехать на следующий год. Вторая смена традиционно собирает здесь, самых лучших, наверное, детей, живущих в нашем городе. Мне кажется, что все высказывания по поводу того, что сегодняшняя молодежь ничего не хочет, что она ничего не может, и ей все безразлично, в корне
неправильны, потому что здесь мы видим активных, инициативных, замечательных детей разных возрастов, которые друг другу помогают, которые сами хотят что-то изменить и делают так, чтобы все вокруг них менялось. Финалом смены стал кураторский концерт, который запомнится ребятам до следующей смены. Номера, приготовленные воспитателями, позволили ребятам вспомнить самые яркие моменты смены и вызвали бурю эмоций. Только на свидание, не ходи с другой, ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Только на свидание, не ходи с другой, ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Опан, Гангнам Стайл! Gangnam Style.